Пылал закат, вставало солнце вдали. Терялись дни, менялись календари, но не умчались в лету без следа надежды светлые года. Они оставили мне верных друзей, они заставили меня стать добрее, смотреть на мир открыто и светло, ветрам и грозам назло. И всегда крылатый и мятежный, вы со мною вспомните мои 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. И всегда крылатый и мятежный, вы со мною, спутники мои, 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. Когда всевластна песня в сердце певца, ни время, ни любовь не знают конца, и озаряет даль грядущих лет надежды праведный свет. И всегда крылатый и мятежный, со мною, спутники мои, 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. И всегда крылатый и мятежный, ты со мною, спутники мои, 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. Да, мы должны знать и знать навсегда, что Мюслим Магомаев, который вот стоит здесь, это уникальное, неповторимое явление. Это дар Божий, но вместе с тем это талант, обогащенный его упорным, неустанным трудом. Он был всегда очень независимым человеком. Человеком с очень большим чувством собственного достоинства, самодостаточности. Он был еще большим человеком. То есть в нем мужские качества, человеческие качества. Был настолько такой хороший, крепкий стержень. Песня «Муслим Азербайджан», она многими в Азербайджане воспринимается примерно так же, как и наш национальный гимн. Yeah.
остался сам Азербайджан. Он на уровне таких великих певцов, как Тита Руффа, Энрико Карузо, Федор Шаляпин. И красотой голоса он не уступает им ни в чем. И искренностью пения, и своей человечностью. Человек он был необыкновенным.
раскрытое поле. А Марии, а Марии, а Марии, эй, мой амор, а Муслим человек музыкальный. Ну, я считаю, что он гениально одаренный. Извините меня за нескромность, но мне так кажется. Я с самого первого раза это почувствовала. И до того момента, когда он записал свою последнюю песню «Прощай, Баку» на стихи Есенина, это все сохранилось. И тембр, и душа, и музыкальность, и голос, и дар Божий. Dermanımdan acizdir tebipler bütün. Bu derdimle benim rahat olmağım yok.
Я иногда даже думаю, что вот так и не помню. Знак качества, вот этот вот, он появился до Муслима или сняли с него? Мне кажется, сняли с него. Почему? Потому что я увидел это, думаю, боже мой, 100 раз прав Валентин Гафт, сказав, что Муслим открыл какой-то новый пласт человека. Я смотрел, думаю, нет, мы люди, мы человеки. Смотрите, как этот молодой, красивый, стройный, прекрасный человек готов обнять всех и вся. Он открыл свою душу и сердце для объятий, для любви. И вот уже много-много лет мы идем к нему, он идет к нам. Как это прекрасно! Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, идут со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей землею и гудит взволнованный эфир. Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир, берегите, берегите, берегите. Его имя не связано с грязью. Его имя связано с профессионализмом и добром. Он был очень застенчивый. Вот как не покажется странным. Я больше такого не видел. И боюсь, что и не увижу. Да с ума сойти! Я думал, я не знал, что так можно петь. Я не слышал ничего подобного до этого. Что это нерв, это сумасшедшая какая-то энергетика, кураж. И потрясающий голос, и стоит фантастический принц. Тонкий, красивый. Скандировали, бесировали. Он ходил, вежливо кланялся, улыбался, уходил. А зал разрывался. От аплодисментов бурных, суматошных, до скандежа, потом крики «Браво!». I reach for her hand
it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her till the stars all burn away. She fills my heart. Совершенно несопоставимое с тем, что было на советской сцене в 60-е, 70-е годы и так далее. Он ворвался в музыкальную жизнь как метеор, как талант, который затмил все. Его слава распространялась раньше, чем он где-то появлялся. Он еще работал в Москве, в Баку, а о нем уже ходили легенды на Дальнем Востоке, в Сибири, Прибалтике. То есть огромная любовь, которая была справедливо вызвана его огромным талантом, его совершенно неповторимым тембром голоса, его колоссальным артистическим темпераментом и полной артистической отдачей на сцене. Или весна права, я теперь все стерплю. Опять по-прежнему звучат слова, я тебя люблю. Есть мир голубой и море прямой для нас с тобой. Ла-л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 а. Есть мир голубой. Когда все в мире полно тобой, лишь тобой одной. О, тело, раскинет руки от резвы до резвы, и нам напомнит, что зеленые сады есть мир голубой и море прямой для нас с тобой.
Великий Муслим Магомаев был глубоко порядочным человеком, очень чистым человеком. То есть таких людей достаточно редко, особенно вот в нашем артистическом мире, где, скажем, вот такая фантастическая слава, какой не было ни у кого из артистов, ему, так сказать, не затмило сознание, он оставался очень добрым, очень порядочным человеком. Пути свое, ты пришла, как мечта давнего сна. В целом мире с тех пор только мы вдвоем, ну а в сердце моем ты лишь одна. Будь со мной всегда, грустью разлук, радостью встреч, будь со мной, мы любовь тогда вдвоем сможем сберечь. Будь со мной, будь со мной всегда. Нежностью глаз, нежностью рук и любви не страшны года и боль долгих разлук. Но потом, когда сел Магомаев за инструмент, я сошел с ума. Он, во-первых, блестящий пианист. Ну и вот, значит, он когда... И потом же он начал, когда разошелся, так он начал петь и про Фрэнка Синатру, и джаз петь, и то петь, и разными голосами. Вообще талантище, уникальное создание. Какой души человек просто. Но выше его, конечно, никого не было. Однозначно, ты величайший человек, величайший. Я просто всегда восхищался с ним, вот всегда. Что бы он ни делал, что бы он ни пел. Но он для меня король своего собственного пения. Получится так, ну не получится, как у Муслима Магомедовича, не получится ни у кого.
от свет нежности твоей. Все как бы воспало, дом настой теряется вдали. Тебя заставило забыть мелодию любви. Мне в нем всегда нравилось, что он имел свое «я». Он имел на все свое мнение. Если ему что-то не нравилось, он никогда не стеснялся выразить это мнение вслух. Сказать «нет, я это делать не буду, мне это не нравится». И ему было все равно, или это был простой редактор на радио или на телевидении, или это был член правительства. Он был вполне строптивым. Ветер однажды песнь донес, пели две птицы в час ночной. Был мне понятен их язык, вот эта песня, песня птиц. Oh.
одни, сердцем очень добрым, очень щедрым человеком, очень внимательным к другим людям. В нем не было вот этого такого чванства суперзвезды. Это его положительные качества. Это было настолько проникнуто точностью ощущения содержания песни и умением дарить. Вот, пожалуй, это самое главное из таланта мысли Магомаева. Он был одарен необыкновенным талантом вокала, но он был еще одарен необыкновенной щедростью характера и умением дарить. Умение дарить, отдавать при наличии таланта, причем с огромной искренностью того, что он делал, это залог и основа всех его успехов. Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Ла-ла-ла-ла. Мечтать о весне, чему не ждать, что пришла она, ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут мне нужны слова. Ла-ла-ла-ла. Танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет всегда. Самые светлые воспоминания об этом замечательном певце. Могу еще отметить, что он очень хорошо себе сам аккомпанировал на фортепиано. Он очень хорошо владел инструментом, что доступно, к сожалению, не очень многим вокалистам. Был совершенно точным и аккуратным. Если Муслим сказал, что он приедет на запись в 15:45, то максимум он мог опоздать на 1-2 минуты.
Муслим был человек слова. Это был человек чести, человек слова. Светлая ему память. И, конечно, любимого нами всему Муслима Магомаева, который соединяет нас в искусстве, партнерстве, замечательный. Я не хочу много говорить, потому что действительно все очень много говорят, потому что он гениальный певец. Он замечательный, душевный артист и самое, что есть хорошее в этом человеке. В чем же было обаяние его личности? В первую очередь, он был очень щедрым человеком. И эта щедрость была во всем. Сумев с 15 лет много работать и уже с юности зарабатывать деньги, он их не считал. Он мог потратить все, что у него было на данный момент, чтобы тем, кто был рядом, было хорошо, красиво, элегантно, вкусно. Он делал для этого все. Да назовите мне такого щедрого человека, как Муслим Магомаев. Человека столько заложено природой, столько достоинства воспитанного, столько интеллигентности
столько скромности, даже смущенности порой при его статусе, при к нему любви и поклонения миллионов. Вот это все артист, и тогда получается и роль, и объем, и мощь, и сила, и мысль, все. Вот он бог для меня, выше, чем гений. И его, конечно, голос, который завораживает, просто от его интонаций, как он их складывает, как они у него рождаются, от чего? Наверное, от сердца, от души и от такого невероятного голоса, что просто вот он на меня просто физиологически действует. Я краснею, бледнею, у меня мурашки. Вот так на меня воздействует певец Муслим Магомаев. Певец, артист, музыкант. Настолько через весь зал, через каждое сердце от его сердца, что я вышла потрясенная и долго молчала, и слышала вот эти его потрясающие интонации, и его сердце, и его душу. Этот человек такой скромности, что даже непонятно, как это может ужиться. Такая слава, такая наполненность, столько всего у него есть, столько всего он умеет, может. И какая-то внутренняя такая скромность, как будто даже вот застенчивость. Я не знаю, как это возможно. Это, наверное, очень, очень редкий дар, когда в человеке вот так уживается, он от этого становится еще, еще благороднее. Вот тот свет, который у него был, он, мне кажется, остался. Вот он остался, он где-то там, там, а свет все равно идет, потому что свет необычайной силы и мощи. Музыка Владимира Шаинского, стихи Бориса Дубровина. «Любви негромкие слова». Тебе такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются. Громкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. И уплывут снежинки эти растворится небо синева, и заблестят капелью золотистою моей любви негромкие слова. Доверчива листва, и зазвучат слышнее
грома вешнего моей любви не громкие слова. Представь себе, поражало в нем не только то, что Бог его одарил, Господь его одарил таким голосом, таким талантом, меня поражала всегда в нем какая-то удивительная человеческая глубина, удивительное отношение к людям, которые рядом с ним. Он умел слушать, он умел быть добрым, он умел быть доброжелательным, он с большим уважением относился к своим коллегам. Нам повезло вообще нашей родине. У нас были Шаляпин, был Собинов, у нас был Лемешев, Козловский, и у нас был Муслим Магомаев, которого подарил нам великий Азербайджан. И он чувствовал себя своим в Москве, он чувствовал себя своим в России, он чувствовал себя своим везде, куда бы ни приезжал.
seguito tutta la sua prestigiosa carriera e poi il teatro che c'è a Mosca a nome suo, per cui so che è stato un grandissimo artista e quindi lo ricorderò sempre come amico e come artista che ha dato molto, molto, molto all'arte. Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice viver lontano perché. Perché la mia canzone ora, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or, sento la voce di manca, la rinannanna d'aro. Oggi la testa tua pianta, io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone buona. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Ma perché la particolarità di un artista come Muslim Magomayev è quella di alternare con una estrema disinvoltura il grande repertorio dell'opera con quello della canzone. Una canzone vissuta con un'adesione immediata ed estremamente approfondita dell'atmosfera
del paese in cui la canzone è nata. Magomaev ha cantato canzoni di mezzo mondo e per quelle italiane, ma soprattutto quelle napoletane, ha avuto un gusto infallibile e un fraseggio elegantissimo. Ci sono alcuni grandi cantanti italiani, di cui non faccio nome, che quando affrontavano le canzoni napoletane avevano una voce meravigliosa, ma lo spirito l'avevano capito sì e no, ma soprattutto la pronuncia non era assolutamente esatta. Per Magomaev non è così, è sempre perfetto. Cantanti di oggi possano approfittare delle registrazioni di Magomaev per capire molte cose. Capita anche a me nell'Accademia di Osimo, quando faccio qualche esempio relativamente alla possibilità di adeguare qualsiasi tipo di lingua alla musica. E spiego soprattutto ai cantanti slavi come sia possibile che un artista come Magomaev non faccia sentire nessuna di quelle vocali oscurate che normalmente i giovani cantanti non sanno evitare. Quindi Magomaev maestro di dizione, ma soprattutto maestro di stile. Lui che è italiano con gli italiani, francese con i francesi, americano con gli americani e naturalmente russo coi russi, ma soprattutto azero con gli azeri.
Әсіз ана, шерин сөзілі ана. Гәлбін чөгіре тешкен солмас бағар. Дүлер үзілі қара дөзі ана. Хара детсен гөзім мене бахар. Ана гэлбин лайлалар кезэн. Догма сэссин өмрүдүнү безэн. Лай-лай дедин ана. Лай-лай дедин мене, хайят вердин мене, әзіз ана. Лай-лам әлі яшар, лай-лам әлер ашар, гүнеш кімі яна, яна. Сәсін айдың сәхер олар. Ана гәлбін кешік чәкер бізе. Йолдың үсте ұзақ сәхер олар. Ишық олар нұрдан düşе гезе. Менің көрген жүзім сенсен ана. Өмірім күнім өзім сенсен ана. Лай-лай дедін ана, лай-лай дедін мене, хайат вердін мене. Әзіз ана, лайлан әлі яшар, лайлан әлер ашар, гүнеш кімі яна, яна, ана. Хайят вердін мене, әзіз ана. Гүнеш кімі яна. Муслим был очень красивый, он был очень элегантный, он был очень изысканный, интеллигентный мальчик. Он прощал анекдоты только мне, потому что он никому не позволял при себе вести себя неприлично, а я была хулиганка. И он меня любил и прощал мне все. Yeah.
посвящено людям и для людей. И он всю свою жизнь щедро делился всем, что у него было. Своим сердцем, душой, голосом, талантом. Он всегда ценил искренность, доброту. И дарил от души. Слушайте Муслима Магомаева. Pensare a me, continua pure la sua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stato solo una parentesi fra noi. Piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, m'arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà e il mondo non si fermerà. Non pensare a me, il sole non si spegnerà con te. Когда я хочу вспомнить что-нибудь самое светлое из советского прошлого, на память приходит не так много ярких картин. Магомаев – одна из самых ярких картин в этом небольшом ряду. Когда говорят, а что вообще такое Муслим Магомаев? Я глубоко убежден, что такой талант, поскольку это человек, выбивался из всего ряда. Много было талантливых людей, любимых, известных. И Магомаев стоял отдельно, даже от них. Чтобы так слилась зрительская любовь к одному человеку, зрители самых разных возрастов, вкусов, интеллектуального развития, значит, Магомаев – это какой-то посланник на землю. Оттуда, причем необыкновенный посланник.
художник от начала и до конца. Сгоревший, как какой-то космический снаряд. Тотальная любовь, которая была к Магомаеву, превышает и затмевает все. Мне снится иногда Муслим. Он на меня глядит устало, и мы негромко говорим о том, что было и что стало. Неспешно наша речь течет под шоу-бизнеса попевки. Звезд нынче полный небосвод, но это звезды-однодневки. Репертуар их половой давно таблоидам достался. А Магомаев был звездой и ею до сих пор остался. Мне снится иногда Муслим, без суеты и панибратства. Мы о любви толкуем с ним и о народов дружбе братской. Неспешно льется речь моя, меня он не перебивает, а слушает, и вижу я, как грусть Муслима наполняет. Мне снится иногда Муслим, и хоть сегодня мы не вместе, но как же он необходим сейчас, как воплощение чести. Хотя и это очень жаль, он не был признан бы эфиром. Такой интеллигент едва ли сегодня смог бы стать кумиром. В наставших ныне временах, где профессионалов нету, мы говорим с ним только в снах. Спасибо жизни и за это. Пусть чаще снится мне Муслим. Великий, скромный и красивый. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Пословица стучится в дверь, пустить ее приходится. Счастливых дня не слишком верь, не так живи, как хочется. А я живу, как хочется. А я живу, как дышится. Судьба моя помощница, любовь моя владычица. Расширится звенящие, дрожит земля от крохота. Успеть бы мне понять ее, хочу точку, хоть крохот. Сказать бы, что не сказано, о верности, о нежности, ведь столько шаг у каждого с рождения до вечности. Иду своей дорогою, а чем она
закончится. Гадать пока не пробую, по ней пройду я до конца. Распахнуто и праведно, и правдук мой пойдет в отца, а может быть и в прадеда. Любовь моя, владычица, им надо жить, как хочется, им надо жить, как дышится. По-своему уникум. Вы понимаете, ему давалось все. Но вот такого репертуара, какой есть у Муслима, ну я не знаю больше второго такого певца, музыканта. У него были басовые партии. Он пел Гремина Евгения Онегина. Он пел Ариозу Евгения Онегина. Он пел Масне, Верди, Гуно, ну, Россини, он пел Чайковского, Рахманинова, Бородина. Причем как он пел? Какой он был Эскамиля в Кармене. И вместе с тем эти песни, которые никогда не умрут. Нет. Магометович был, вот когда я говорю, щедр во всем. И как человек необычайной щедрости. И как художник, музыкант, Муслим, такая личность, что о нем говорить в прошлом невозможно. Под рукой теперь больней и ближе. Я уверен, и чувствую сильнее. Пройдут годы, многие годы, и не одно поколение
будет слушать его, вновь будет приносить людям радость своими песнями, своим исполнением. Он не уйдет из жизни. Он ушел в вечность. Он принес на эстраду мощь. Это приходил не оперный певец, знаете, такой, у которого есть только голос и больше ничего. У него пело все. Тело, душа, сердце. Я не говорю о том, что, ах, сейчас не могут появиться Магомаевы. Время другое. Но эпоха Магомаева вечна. Моя лиственная, взгляды у людей пристальные, стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, себя едва сдерживая, значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Станет ласковее. Прошу, стань сильней меня, стань ласковее. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные, нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня, примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Стань добрее меня, стань ласковее. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня, примешь ты меня
нынешнего нам не жить, друг без друга, нам не жить, друг без друга, нам не жить, друг без друга.